Дом по проспекту Правды, 68А. Девятиэтажный кирпичный дом. 1987 года постройки. Во дворе чисто и зелено, высажены клумбы. Есть небольшая тенистая детская площадка. Удовлетворительное состояние входа в парадные. Установлены домофоны. В ближайших окрестностях школы, детский сад, магазины и супермаркеты, источник питьевой воды, офисный центр. Неподалеку от дома находится остановка общественного транспорта и тихое озеро с парком. Дом в удовлетворительном состоянии.